засеянные эти поля любят барсуки. Вот он, видно, что он тут есть. Барсук. Ходит у него, дорожка пробита. Вот он, какая нора его. И чтобы понять, какая нора, я сниму фуражку. Вот она, фуражка. Видите, насколько меньше? Вот она. И засмолил как. Это очень чистоплотная. А лиса она не любит, она грязная. Она говорит, заходит, Виталий Бианки говорит. И у него там, а его дома нет. Она там нагадит, оправится, размажет все. Он придет, осмотрит, фыркнет и уйдет в другом месте строить. Видно, что здесь, ну, попадают. Вот. Видишь, такое? Это у него выход запасной. Таких выходов бывает около 7. Но девать-то некуда, он скрыть не может. Обязательно приедут, будут ловить его, выкуривать. Найдут и убьют. Недавно я сосчитал эти где-то подсёпные или где нашли. И какой-то там печень что-то ели. Ели и все заболели. Заболели какой-то ботулизм, что-то такая болезнь нехорошая. Мы никогда не трогали их, просто наблюдали. У меня ружья были с детских лет, ружья, несколько ружей, патроны везде были. Стрелял, на ходу еду одной рукой, ружье тяжелое, я мог воробья снять где-то. Но ни одной утки не убил за всю жизнь. Вот подкрадусь, а прям рядом, ну только бы выстрелить. Нет, я наблюдаю, как она ныряет, как они любуются. Их так мало. А в домашних-то условиях там разная птица есть, бери и ешь. Там он много, клеверное поле, где пасут. На той стороне его едва видать. Там таких вот участка два, наверное, с этими, с барсуками. Он как наш шарик примерно такой размером. Очень жирный такой. А кого он ест? Он мышек, он никакого вреда-то не делает. Он за птицей в деревне, как лиса, не охотится. Зимой он как волк, овес не режет. Его и трогать-то не надо. Я вижу, что это одна семья. А когда бывает выводок, то до 7 больше отверстия, нор, выхода есть. Но они в одном, недалеко друг от друга. Вот сейчас мы пойдем прямо. Здесь вот большое ягодное место, много клубники, вот здесь на пригорке. А дорога вот прям где лесок, через этот лесок, тут черная береза росла. Кто-то спилил ее. И она идет вот по бугру, то куда мы идем. Вон там, видать, где сено, мы даже туда подойти. А вон справа темное место. Это за этим там другое есть, где там вода есть, которая запрудили, где было стоило. Мы сейчас туда сходим. Потратим время, ну, чтобы сказать. Видишь, барсух. Пожалуйста.